Дорогие мои друзья, я вернулась на минуточку для того, чтобы сказать, что глюкозы много не бывает. Ну что, я могу сказать, что в принципе купальники — это действительно беспроигрышный наряд. Нам, наверное, нужно будет о следующем номере подумать. Может быть, действительно выбрать что-то желтенькое или красненькое. Наташенька, если вот эти вот девочки останутся здесь, мы потеряем некоторых членов жюри, и они никогда не будут обсуждать этот номер. Поэтому, девочки, чур-чур, убегайте, убегайте скорее. Давайте дадим слово Леониду Ермольнику. У вас прям очки запотели во время номера. Почему ты думаешь, что я смотрел туда? Нет, я здесь насмотрелся. У нас сегодня так много абсолютных похожестей, точь-в-точь. Просто люди как в зеркало смотрятся. Это уже не первый раз. Очень похоже. Витас, замечательно, потому что... Это Витас? Витас, конечно, Витас. Суть ухвачена, настроение вот у глюкозного. Вот это вот заводняк вот этот есть. И невероятно какая-то, несмотря на то, что Витас чуть крупнее, естественно, кости пошире, вот, но легкость абсолютно... Я его догоню. Если дело в этом, я готова поправиться. И еще мне нравится, что хорошо, что вспомнили эту песню. Витас, 5 баллов. Спасибо. Тебе-то как вообще, понравилось? Мне очень понравилось. Мне всегда, конечно, забавно смотреть на себя со стороны. И когда я себя вижу, думаю, ну неужели вот я такая прям совсем какая-то веселая, непредсказуемая на сцене. Но ты действительно очень четко меня почувствовал. Но с другой стороны... Меня вот часто пародируют и в каких-то там юмористических программах. И могу сказать, что получается не у всех. Видимо, вот за этой какой-то совсем легкостью и простотой вроде бы как бы ничего не делаю. А все равно есть уже какая-то своя фишка и видение. Поэтому ты большой молодец. Вообще. Присаживайся, пожалуйста, посмотри, чем дело закончится. Любовь Казарновская. Ну, я прониклась... тем, что эта песня просто образчик патриотизма. Это первое. Второе, я думаю, что наше шоу уже в каком-то смысле перехлестнуло итоги Сан-Ремо, потому что там с победителями выходили вот такие вот красавицы в купальниках, и, по-моему, вся публика смотрела на них. Но сегодня, я думаю, даже этот акцент был не очень нужен, потому что Витас сделал совершенно блистательный номер. Витас был... отвязанный, веселый, вокально абсолютно все было туда. И такой абсолютно действительно веселый, ненавязчивый, глюкозный. 5. Любовь Юрьевна, по-моему, вы в очередной раз новый термин какой-то ввели в обращение. Знаете, он был такой глюкозный. Михаил Сергеевич. Конечно, мне сложно влюбиться в содержание этой песни, потому что это... трудно назвать песней, это шутка. Но сегодня она не актуальна, потому что все-таки вспоминать Европу не имеет смысла. Она против нас применяет санкции. Вспоминать-то Китай, допустим, танцуй Россия, танцуй Китай, у нас самый лучший ла-ла-лай, как поет Николай. Вот, поэтому в этом смысле я не увидел цели песни. Конечно, очень многое скрасили девушки. Я понял, что действительно у нас европейский фасад. Фантастичный совершенно. Вот, но тем не менее, воспитание не позволяет. 4 балла. Спасибо. Спасибо. Геннадий Викторович. Ну, мне кажется, Михаил Сергеевич, хотя каждый член жюри имеет право на свою точку зрения, он все-таки 4 не Витасу ставил. Но в результате 4 получил от него Витас. Что касается всей патриотической подоплеки этого произведения, о котором здесь нам так четко и ясно сказали. Я тоже счастлив, что именно сегодня я понял, чем же мы должны Европу удивлять, почему она должна рыдать, потому что, оказывается, у нас самая красивая опа. Я хочу пожелать Европе, если она не изменит своего отношения, вот в этой опе сидеть и смотреть свои программы точь-в-точь, их программы. А что касается Витаса,
Мне кажется, он сделал все, что было в его силах, для того, чтобы вывести на настоящую высоту все патриотическое содержание этого произведения. 5. Итого у Витаса 19 баллов. Сегодня он представил нам глюкозу в шоу «Перевоплощение точь-в-точь».